Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill 3. Так, нам нужно пойти войти в эту дверь. Так, я слышу монстров. Так, мы завершили на том, что мы нашли какую-то приманку для собак. А, мы нашли еще ключ, и нам нужно найти что-то, что поможет нам достать этот ключ. Так. Вон, кстати, лестницы, которые нам помогут спуститься на первый этаж и подняться на третий этаж. Так, вот у нас справа есть часть магазина, торгового центра, в который, возможно, мы сможем попасть только через третий этаж. Ой, ну и здоровяк же. Их двое. Замок сломан. Так, замок сломан. Так, замок сломан. Тут у нас закрыто. Заперто всего лишь. Так, надо стрелять в него. Сколько надо патронов потратить на него, чтобы он упал? Раз. Два. Три. Четыре. Четыре раза надо пинуть его, чтобы добить. Так, тихо. Патроны закончились. Стоп. Я разве сюда не пробовал заходить? Так, у нас тут все закрыто. Так, щипцы. Это хлеб. Но я не голодна, поэтому, думаю, не стоит беспокоиться. А, продавцов нигде нет. Интересно, куда все делись? Ну, наверное, убежали из-за монстров куда-нибудь. Халлинс Беккери. Здесь реклама. Хрустящий поджаренный хлеб прямо к дверям вашего дома. Продаем все. Пекарня Хелены. Так, это хлеб. Так, ну щипцы, походу, нам нужны для того, чтобы достать ключ. Патроны у меня, к сожалению, закончились. Так, а для чего нам нужен ключ? Чтобы что-то открыть. Я даже знаю, какую дверь надо открыть. Так, предметы, щипцы, большие пинцетообразные щипцы для захватывания хлеба.
А, я взяла вытащенные щипцами ключ. Он прям так и называется, вытащенный щипцами ключ. Вытащенный щипцами ключ, так и называется. А раньше хотя бы ключи назывались ключ от апартаментов, ключ от двери, от больничной двери, ключ от номера 102 там или тому подобное. Вытащенный щипцами ключ. Этот ключ лежал в кладовой. Я достал его щипцами. На бирке ключа написано «Мои бестселлеры». Вот же, блин. Придется сражаться ножом. Хотя нож на самом деле фигня. Так еще и их двое. Так, того здоровяка мы навряд ли сможем победить с помощью ножа. Поэтому мы просто убежим мимо. Стоп. Так, вот это... Так, я использовала вытащенный щипцами ключ. Эти книги не очень интересны, просто такие продаются на каждом углу. На полке стоят журналы. Некоторые из них выглядят интересно, но сейчас не время для этого. Эти книги так, хорошо. Так, а тут у нас что? Эти книги не очень интересны, просто они повсюду продаются. Так, эти книги не интересны. Тут везде они не интересны, эти книги. Так. Так, тут у нас есть патроны. Эти книги не очень интересны. Так, это шкатулка, что ли? Так, заперто. Стоп. Ага. Пин-код. Откуда мне пин-код взять? Так. Эти книги не очень интересные. Интересно, а где мне пин-код найти? Так, стоп. Тут что-то упало. Эти книги не очень интересные. Я взяла антологию Шекспира, том 3. Я взяла антологию Шекспира, том 1. Том 3, том 1. Так, ну больше здесь ничего нету. Так, стоп. Антология Шекспира, том 1. Она лежала на полу книжного магазина «Томик Шекспира», как и написано. Так, осмотреть. Оба-на. Часть двойки. Отлично. Антология Шекспира, том 3. Она лежала на полу книжного магазина. Так, 5.
Так, ее надо использовать. О, я знаю куда. В какое место на полке поставить книги. Книгу. Так вот, так вот. 3150, так-то пароль. Кстати, даже книги не обязательно ставить на место, чтобы знать пароль. Тридцать один пятьдесят. Антология Шекспира, том 3. Антология Шекспира. Так, что она там говорит? А какую книгу забрать? Никакую. 3150. Открыто. Это еще что такое? Еще один тип монстра? Эй, подожди! Что происходит? Куда все делись? Эти странные монстры. А. Они пришли, чтобы стать свидетелями начала. Возрождение рая, лишенного человечества. О чем ты говоришь? Разве ты не знаешь? Необходима твоя сила. Откуда мне знать? Я Клаудия. И что с этого? Вспомни меня и свою истинную сущность. А также то, кем ты должна стать. Той, кто поведет нас в рай с омытыми кровью руками. Клаудио, верно? Ты все это сделала? Это была рука Бога. Нет. Третья часть никак не связана с первой. Подожди! А, подожди. Я не понимаю. Что она хотела, чтобы я вспомнила? Всего лишь картонные коробки, внутри нет ничего полезного. Так, стоп, откуда я пришел? Вот, отлично. Так, эта дверь, скорее всего, заперта. Нет, она не заперта. А, нет, замок сломан. Но мы, наверное, можем с другой стороны попасть туда. Так, замок сломан. Замок сломан. На доске объявлений вывешено много всякой всячины. Тут нет ничего полезного. Замок сломан. Замок сломан. Так, замок сломан. Так, тут у нас двери нет. Так, тут есть у нас лифт. Мы, скорее всего, на лифте поднимемся наверх. Так, замок сломан. Дверцы шкафчика не поддаются. Замок сломан. Замок сломан. И, конечно же, замок сломан. Так, ну что ж, поедем на лифте, значит. Так, мы находимся сейчас на втором этаже. Нужно попробовать подняться на третий этаж или спуститься на первый этаж. Ну, то есть и то, но нужно попробовать. Так. Здесь нет кнопок? Да. О, радио упало.
Радио, какого черта оно упало с потолка? В любом случае, думаю, это объясняет помехи, которые я только что слышала. Но все, что оно... Так, но все, что оно ловит, это помехи. Наверное, оно сломано. Я взяла радио. Так, радио, я слышу лишь помехи. Оно сломано? Так, у меня есть патроны на пистолет, так что можно пистолет взять. Так, сколько у меня патронов? 20 патронов. Две обоймы у меня есть. Это что, сон? Наверное, так и есть. Так, мы попали в альтернативный мир, да? Так, мы как будто куда-то едем вниз. Так, в такое даже ребенок не поверит. Но когда же я проснусь? Ты слишком ясно мыслишь для сна. Так, мы находимся на первом этаже, да? Так. Мы находимся на первом этаже альтернативного мира. И при этом у нас карта обновлена, то есть новая. Тут мы пробегали где-то. Вот так вот, в этом районе мы уже были, но здесь нет никаких пометок, потому что это совершенно другой мир. Так, я вижу тень собаки, но не пойму, где сама собака находится. Стоп! Я жму на кнопку лифта, но лифт не двигается. Так, что же? Замок сломан. Замок сломан. Так, что у нас здесь? Замок сломан. Я не заметил монстра. Я думал, он где-то за стенкой. Так, а куда он ушел? Так. Замок сломан. Тоже замок сломан. Замок сломан. А так. У нас тут есть одна комната, но туда мы, скорее всего, тоже не зайдем. Замок сломан. О, вот сейчас была правильная тень. Вот. Пропала. Лучше бы они вообще бы не добавляли тень. Понял. А где монстр? Как будто он где-то за стенкой. Так, отсюда я пришел. А, нет, не отсюда. Я на лифте приехал, точно. Как тут у нас? Волки скулят. Ну или собаки. Хотя больше на волков, наверное, похоже. Так. Сюда можно зайти, но это у нас тупиковая комната. Если, конечно, здесь стенка не проломлена нигде. Так, у меня по-прежнему, кстати, фонарика нет. Здесь лежат книги и журналы, но у меня нет времени их читать. То же самое же она говорила вроде в магазинчике книг. Не похоже, что в шкафу есть что-нибудь полезное. Thank you.
Это просто любовный роман. Меня он совершенно не интересует. Так, я взяла ампулу. Так. О, можно сохраниться. Снова он. Когда я на него смотрю, у меня болит голова, но в то же время он кажется таким знакомым. Знаю, я забыла что-то очень важное, но у меня такое чувство, что лучше это не вспоминать. Такое ощущение, как будто она уже эту фразу говорила, но не полную. Так, ну что ж, ладно, пошли дальше. Так, собака нас пока что не видит. Блин, сколько раз надо ударить, чтобы добить? Замок сломан? Так, ну у нас тут одна дверь осталась, которая, скорее всего, тоже замок сломан. Да. Так, сюда мы 100% пройдем. Так, мы сейчас находимся на первом этаже. Здесь есть спуск в метро. Ну, скорее всего, нас туда не пустят. Ой, блин. Да, так и есть, нас туда вообще не пустят. Так. Ничего себе, а вроде бы нельзя было зайти на карте, показывала. Так, стоп. А нам точно сюда надо? Так, два столика стоят. Это наверх подняться? Нет, это не наверх подняться. Как будто лестница. Лестница наполовину свисает с потолка. Даже если я встану на стол и вытяну руки, я не смогу ее достать. Если бы у меня было что-нибудь длинное, чтобы ее подцепить. Ясно? Намек понял. Так, на карте это хоть как-то отметилось? Да, отметилось. Так, замок сломан. Значит, в эту часть мы не попадем. Так, ну-ка, отсюда. А, здесь закрыто. Так, их там двое. Так, кстати, я не посмотрел. Ампула. Ампула то, что нужно. Полностью снимает боль и помогает восстановить силы. Наверное, она не имеет такой эффект, как первой части. 5 патронов всего лишь. Так, мне с этими монстрами не справиться. Пошлите отсюда. Так, здесь есть телефоны. Здесь нет телефонов, они сломаны все. Так, замок закрыт. Так, с мелкими-то монстрами мы еще можем сражаться с помощью ножа. Но вот этих громил мы не убьем с помощью ножа. Внимание! Выходя из комнаты, не забудьте выключить свет. Будет очевидно, если его не выключили. Так, патроны для пистолета, патроны для пистолета. Так, наверное, одного громилу мы вырубим, а вот второго мы убить не сможем. Потому что, скорее всего, патронов не хватит. Сейчас у меня 25 патронов.
Так, а мы свет можем выключить? Здесь выключатель, сейчас свет включен. Выключить? Да. Опа-на. Фонарик. Включить свет. Так, я взяла фонарик. Ха. А. Блин, ну и багованные тени здесь. Лучше бы теней вообще не было. Так, стоп. А, я пробежал одну комнату. Так, ну-ка, стоп, туалет точнее. Стоп, я же был... Так вот... А, ну да, я опять не в ту комнату зашел. Ну, ну да. Так, тут, тут у нас туалеты. Так, фу, грязный туалет. Только от одного его вида мурашки бегут. Неужели там кто-то есть? Это тот, я хотел сказать, это тот же самый туалет, да, в который... в котором она пряталась от детектива. Ну-ка. Стоп. Там никого нет. Здесь все залито кровью, однако тут никого нет. Ведь кто-то ответил, или мне показалось? Так, замок сломан. Да, вот это тот самый туалет, из которого она сбежала от следователя. Так, от детектива точнее. Так, замок сломан. Так, стоп. Громила, ё-моё. Да он у нас, походу, боксер. Да чтоб тебе. Стоп. Боксер, блин, дурацкий. Так, нам нужно подлечиться немного. Так, сколько у меня боеприпасов осталось? 15 боеприпасов, ну то есть 15 патронов. Эй, что ты делаешь? Я хотел, чтобы ты его ногой пинула, а не патроны зря тратила. Так, отлично. И у нас опять патронов не хватает. Так, замок сломан. Так. Забавно, тут все сломано. Так, ну я даже, кажется, знаю куда. Нам, наверное, вот сюда нужно зайти. Или сюда. Эта одежда ужасно грязная. Она вся заляпана кровавыми подтеками. Раньше она такой не была. Что могло случиться? Так, стоп. Здесь мы тоже были. Я взяла бронежилет. Эта одежда ужасно грязная, она вся заляпана кровавыми подтеками. Бронежилет. Что-то новое. Раньше бронежилета не было. Бронежилет тяжеловат под одеждой. Так. Но должен защитить от атак монстров.
так осмотреть. Вот только в нем тяжелее и сложнее двигаться, поэтому я буду бежать медленнее. Ясно. Значит, мы будем использовать его, когда увидим врагов. Так, все, мы подлечились. Так, здесь у нас замок сломан, и я не могу открыть дверь. Так, здесь у нас вообще стенка. Так, здесь закрыто. Замок сломан, ну значит мы сюда должны... А, нет, замок сломан. А, да, точно, мы же... Стоп. Ну да, мы же тут в одном месте пробежали мимо монстров двух. Нам теперь нужно вернуться. Ну, знаете что, давайте я вернусь в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.